Хотя бы пару шестерок закинем. Да хотя бы одну, чтобы поставить. Угу. А, 4-4 тебе два раза. Два раза 4-4 меня ебнули. А я как раз поставил 4. Один раз я, ну, как бы выкрутился, второй раз ничего не было. Я просто говно пнул. Ты даже не виноват. Да я в такой жопе был. Да. Я два раза говно пнул. Я кину, ты кину. А что ты не скажешь? Это нельзя. Это что? Конечно, видишь, сейчас да. Все туда. Ну, там сейчас, прям вот сейчас. Интересно. А, молодец. Что,
А нам нужно быть кардинально по-другому. Не, 2-1 у нас. Yeah.
кто следующий? Ближе. А, помолчи, блядь, не разговаривай. Пиздец, блядь. Да потому что это, блядь. Так какая разница, что угодно, то и делай, блядь. Ты сиди, молчи, просто сиди, смотри, какой совет. Да, блядь, наслаждайся и дурно. А когда что? А про поле улыбнулся, кепку снял. Хорошо ругаться можешь. Нет, так. Вот так вот один. Ведет ночь, смотри, как то опа, вот так вот. А потом берешь вот так вот. Тебя снял это, я снял. Хуй его знает, вот тогда 4 у тебя. Ну, во-первых, 6-6 там, по-моему, было. Ну, мне надо было держать, я отставал сейчас. Ну, хуй от этого в камере здесь оставил. Я отставал очень сильно. Блять, вот этот ты мог 6 еще давно выйти. Ты взял этот еще. А отставал. Он держал хотя бы 2 фишки. Mm. Вот эта шестерка. Ну, один раз сыграл 6-6, иначе ты выходил. Ну так решил рискнуть. Имеем, что имеем. В принципе, одну шестерку я бы мог уже побороться. Да я понял, я знаю.
у тебя хорошая ситуация, но ты не попадаешь просто. Да, да. Вот это просто переста. Да я понимал, что столько шестерки. Сколько раз оттуда убираешь, и он начинает быть. Да, но готовно. У него другого шанса же нет того шестерки. Вот я надеялся, что он не кинет. Я могу, да, он я, по-моему, надо большие получать. Ну, такая ситуация. Да, я знаю. Уже ну, может, вряд ли, я не думаю, что он зайдет. Я искал любую возможность, конечно. Ну, не дал, не хватило, чтобы можно было закрыть. Ни обещанного не было, нифига не видел. Вот ты у кого просишь? Теперь я сказал, сколько будет, я говорю, да. Молоко он пошла, я говорю, хорошо. Галя. Не, молоко он говорит, будет, я говорю, да. Я тогда снова. Она говорит, ты тоже сегодня. А? Кофе, вообще это человеку, зачитайте, мы не дали. Ай-яй-яй. Назрело. Сначала, когда тренировка была. Одну? На всех? Да. Алло? Подожди, да. А вот это обход, что ты?
Не, не, все, уже заканчиваем. Нет, тут контрольно. У нас тоже была машина. Все партии друг друга переходили вас, шли, ломались и проигрывали. Все партии были такие. Здесь две фишки расстояли, представляешь? Я были варианты. Вот здесь у меня расстояло. Я не могу ни единицу кинуть, ни шестерку. Просто уже, знаешь, уже там сложился весь. Вот на самом деле, сколько я, 5-6 раз подряд просто не мог ни единицу, ни шестерку. Очень интересно. Нет, когда шестерка упала, второй перевернутый оказался. На ребре вторая шестерка была там. Да. С моей стороны видно. Одну убеги хотя бы. Да я две бы увел. Мне уже стучал. Надо Миша, так как он один у нас самый крикливый, тут идет шарик такой, есть красный. Валера напугал кто-то. Тебя напугали, что ли? Чего? Пошли играть, чего стоять? Пришли играть. Нас больше тут нет. Чемпик не играет, никто не играет. Давай, ты надо поиграть. Давай, заканчивай. Мы партию играем, нам такая, мы с тобой выпадем. Давай. Ты говоришь, с кубом мы тоже можем. Что значит? 4, 1, да? Сегодня Никитоса нет, который... Это один. Ай, что поможешь, скажи, я помогу тоже, что надо. Возьми лопату, там снег надо разнести. А умничай. А сразу видно, как скорость перепали. Думаю, что некоторые... Если еще... надо убрать, я буду делать. Ай, дай ему лопату, скажи, что еще надо там убрать. Почистить. Сейчас одно поражение у тебя? Да. Ну, сейчас тебе домой отправятся, да, чтобы не мешался. Хочешь, мешайся, бум, нет, сейчас я попадаю к нему. Это раз, это два, это три. На маску горячую, чуть-чуть там. Чуть-чуть. Я как только пришел, ты начал пиздеть, заносить, приносить. Ты что, блядь, здесь себе ты можешь держать вот эти эмоции? Нет, ты начал. Потом 2-0 убежал куда-то. Я начал? Да.
Ты, блядь, заноси, давай, иди, блядь. Потом, блядь, 2-0 убежал, блядь, куда-то. Потом, блядь, 2 часа. Я вообще молча сидел играть, пока ты не вышел. Ну что, брось ты, блядь, вот это убоют. Я играю. 2 часа дрочит, блядь. Это не важно. Ты видел Бюллер, да? Может, поэтому ничего страшного. Видишь, все сидят молча. А от одного тебя исходит. Поэтому... Ну или мандаринку будем так. Испочим, это ты так решил. Чмокать, нахуй. Все согласны. Не пиздись, Ян. Согласен, да? Я на все согласен. Вот и. Как на все ты согласен? Ну наш о чем говорит? Мандарины хорошие. Дед Мороз у меня принял? На 31-е. Молодец, Ай. Попробуй поменять. Ты почему Галю выгнал? Не выгнал. Так, она сама смотрела. Не, ну она в ее смету не потянет. А она с юристом крутым заделала еще. Со зверем дружит. В наших интересах это было. Нет, ну она говорила, что она спросила денег за рынок. Ну это нормально? Она просит, а ты как бы говоришь, что нет возможности. Не, ну я Галина. Сказал, хотя бы давать до Нового года так же, но она нет. Ну, под Новый год не увеличивать, где звонит, говорит, Миша, теперь не 500 носишь, а 700, ну, не было сложно. Я вообще предлагаю по 3000 вносить, но нормально. 2,5. Депозит на 6 недель. Чтобы да? Призовой фонд тут нормально. Это ты у нас один богатый, а сейчас люди бедные, но честные, понимаешь? Курсы нет. Ну ты можешь на 50% залезть, блядь, 1500. Что-то какая разница? Нет, так давай тогда. Я же практиковал. Давай по десятке тогда уже, хули там. Что про это? Какие десятки? Я не про десятку ничего не сказал, я сказал 3000. А смысл? Смысл призовой бы хоть третье место пусть будет или что? А так, блядь, играешь, 6 тысяч. Блядь, 6 тысяч, 2,5 отдал, получается, блядь, я там хуйня. Да, нажиться пришел бы, или мастерство повышать? Есть отдельный турнир, пожалуйста. Вот ты хоть за 1000 рублей заходи, но ты хочешь больше разыгрывать.